Привет вам, дорогие мои любители мотоспорта. Давненько мы с вами не виделись, с вами Даниил Кондрушин, и это обзор экипировки от магазина moto85.ru. А сегодня мы рассмотрим вот такой шикарный рюкзак в камуфляжном цвете. Это рюкзак от компании Fox Racing, и данная модель называется Portage Hydration Pack. Собственно, почему Hydration Pack? Потому что здесь есть действительно гидропак, что является одним из основных преимуществ данной модели. Мотоскидки всем подписчикам и участникам группы ВКонтакте от партнера и магазина moto85.ru. Итак, в принципе, рюкзак классический, спортивный. У него есть несколько конструктивных особенностей, которые будут вам интересны именно с точки зрения использования этого рюкзака во время катания. Здесь у нас есть снаружи вот такая вот секция. Эта секция расширяется. И сюда можно закрепить шлем. Даже full face, даже для мотокросса. Вот сюда он вставляется челюстью. А здесь он лямками фиксируется по бокам. Причем эти лямки плотно захватывают щеки шлема. И это действительно очень удобно. Он жестко фиксируется на спине. Дальше здесь целая куча стандартных кармашков. Есть вот такой небольшой карман для солнцезащитных очков. Ну или для телефона. После этого идет карман побольше. В кармане побольше мы видим целую кучу секций. Это, ну, стандартный бизнес-карман, скажем так. Сюда размещаются обычно документы, права, паспорт, кошелек и так далее и тому подобное. В принципе, кто-то размещает инструменты. Есть еще вот такой карабинчик для крепления ключей. Окей, застегиваем. Поехали дальше. И дальше самое интересное, что у нас внутри. Внутри у нас большое отделение. И, собственно, гидропак. Отделение здесь одно. Но просто очень большое, объемное. Никаких дополнительных карманов внутри нету. Но здесь можно разместить все, что вам необходимо во время поездки. Например, какую-то еду, питье, хотя, в принципе, гидропак есть. И, ну, допустим, сменную одежду, обувь и так далее и тому подобное. Вот как выглядит гидропак. Гидропак классный, очень большой. Рассчитан он аж на 3 литра. 3 литра воды можно сюда залить. Он пристегивается сверху вот такой лямкой специальной. Жестко фиксируется. И как только вы его наполняете, просто опускаете внутрь. Кстати, он займет большую часть пространства внутри. И, собственно, шланг для питья. Он подводится снизу, выводится через отверстие наверху и проводится на лямку. Очень удобно. Во время езды, чтобы ничего не снимать, не доставать. Жарко, устали, захотели попить или даже на ходу. Взяли, попили, супер. Еще здесь есть такой вот кармашек на лямке. Такие карманы здесь расположены с обеих сторон. Вот они. Их два. Дальше мы видим здесь стандартную фиксацию на карабине. Можно вот так рюкзак застегнуть для более плотной фиксации на теле. И что у нас еще здесь есть интересного? Здесь сзади есть еще одно отделение. Вот такое большое отделение с толстой защитой на спине. Очень толстый поролон, мягкий. Сюда можно класть какие-то более ценные предметы, например, планшеты, ноутбуки. В принципе, это отделение под них и рассчитано. Еще как дополнительное преимущество опция, сюда можно разместить защиту спины пластиковую. Насколько это эффективно будет сказать трудно, но некоторые товарищи так делают, я видел. Также на рюкзаке размещены боковые карманы. Это все стандартно. Здесь обычно хранится какой-либо инструмент. Они достаточно плотные, на молнии и достаточно глубокие. Здесь можно разместить весьма объемные предметы. Данный товар вы можете приобрести в нашем магазине moto85.ru. Ссылку на этот товар вы найдете в описании к данному видео. Подписывайтесь на канал нашего магазина, вступайте в нашу группу ВКонтакте и будьте в курсе последних новинок индустрии. До новых встреч!